Так, ну вообще тема доклада очень неблагодарная. Я это уже испытал за многие годы, особенно, значит, ретрогенез. Получил много всяких шишек на этом деле. Микрофон. Да, микрофон. Так лучше, да? Ну вот. Но вместе с тем от этого никуда не деться. И сейчас учение о ретрогенезе, ретрология, хотя ретрология – это наука, которую упоминал Диновьев Алексей, говорит, она не относится к тому, о чем идет речь. Это особая, так сказать, область. Ну вот, она сейчас очень нужна, потому что тут масса всяких явлений, всякого рода явлений, всякого абсолютно. Тут и социология, и техника, все что угодно, которые именно сюда попадают точно. Поэтому предвидеть как-то, проанализировать, изучить, здесь, я считаю, очень, очень важно. В этом направлении, насколько я знаю, вот именно целенаправленно так, шаги делались очень робкие. Хотя, в общем-то, вот в области социологии, в области этого вот ретрогенез, тут сейчас направленно применяется, так сказать, к обществу, чтобы привести его в определенное состояние, которое, это так сказать, вот знаменитая книга «Комитет 300», и вообще так все это, значит, есть шаги в этом области, но, к сожалению, негативные. Поэтому этот ретрогенез должен был чем-то уравновешиваться, естественно, креативностью. Креативностью, то есть это созидание, обратная совершенно, значит, вещь, обратная сторона ретрогенеза. Что такое ретрогенез, вот как его нужно понимать, как я понимаю? Это процесс или процессы, обусловленные регрессом. Регресс – это направление, это не материальная вещь. Происходящее в координатах интенсивность время. Ретрогенез может включать один объект или их множество, быть синхронным и несинхронным, мгновенным, одно- или полистадийным. Креативность – состояние созидания, развития, усложнения, совершенствования. Креативность может быть спровоцирована ретрогенезом или быть независимой от него. Вот такое схематичное, которое может быть уточнено, такое вот определение этих понятий. Вот, теперь, значит, как, в общем-то, так строится сообщение. Ничего нового я не скажу. Особенно. Потому что вот я когда слушал доклады физиков, математиков, было так приятно, такие какие-то вот конкретные вещи, которые выводятся, вот, значит, там Галилей был неправ, там этот кто-то там еще, значит, уже не говоря о Эйнштейне, там это все эти были, да, а уж Мендельсон или там. Там вообще и говорить не о чем. Ну, нет, это я говорю просто с хорошей точки зрения, потому что въедливо, четко человек проанализировал и выяснил, где не прав этот ученый. Или с помощью такой же въедливости открыть новое направление. Приятно. Это аналитическое направление. Нужно. И без него это, так сказать, авангард. А вот синтетическое направление, оно всегда отстает. И, в общем-то, это вещь малоблагодарная для большинства, потому что тут приходится, значит, ссылаться обязательно на того, кто открыл то, что, на что опирается этот синтез. И, в общем-то, это, так сказать, мало для самолюбия перспективная вещь. Хотя иногда получаются, конечно, вещи, которые, без которых не обойтись, и которые являются значительно важнее, чем так какие-то, так сказать, анализы. Ну, например, можно взять камень, ну, не в обиду будет сказать, растолочь его, сделать миллион анализов всяких, построить 1000 графиков, ну и что дальше? Что дальше? Ничего мы не получим. Получим кремний, получим кислород и так далее, и так далее, и так далее. А если это посмотреть с другой позиции, как сказать, это может быть очень важное открытие, очень, которое, так сказать, у нас вот, так сказать, служат камни как полезные ископаемые там все. Так, значит, ну я разобью на 4, на 5, вернее, так сказать, пунктов выступления. Первый я уже сказал, это введение такое общее. Второе – это эндогенный ретрогенез. Литогенез я отпускаю, он достаточно детально и понятно описан, значит, вот в опубликованных материалах, он очень интересный, то есть ретрогенез осадочной оболочки Земли.
Тут она практически это все ретрогенезно и все одновременно креативно, потому что мы видим целую породу, хорошую, используемую, так сказать. Но она возникла в результате обязательно ретрогенеза. Не ретрогенных пород, осадочных, нет, просто-напросто. Вот. Теперь, значит, вот породы гранитного слоя. Это уже, так сказать, кристаллические породы, о которых пойдет речь, ретрогенез. Дальше, да, естественно, креативность. И потом, значит, ретрогенез и креативность в биологических системах. И четвертое, я, так сказать, рискую вот, касаться человека. И какие есть, так сказать, вещи будут. Ну вот, значит, эндогенный ретрогенез. Ретрогенез, значит, что здесь важное? Ну, то, что там за разрушение происходит в кристаллическом слое многих километров там глубины. Ну, прежде всего, это тектонические процессы. Тектонические процессы, которые мы знаем как землетрясения, вызывают разрывы, вызывают перемещение по ним. Это так называемая прокладывая тектоника, которая, значит, вызывает смещение, расхождение. Это, так сказать, всем понятно. Это механизм этих, ну, вернее, механизм как раз непонятен. Понятна геометрия, а вот от чего это все, тут всякие уже гипотезы, теории. Значит, вот этот ретрогенез, он скажет тут же, геологи мне тут могут тут же сказать, позвольте, а ведь геология, известна тектоника, она включает две категории, это складки и разрывы. А почему вы складки обижаете? Складки. Дело в том, что я принял такой критерий, что если порода горная не теряет своих физических свойств, она не может считаться ретрогенной, не может, так сказать, ни процесса ретрогенеза не шли. То есть складки, они не ретрогены, она это та же порода, только она пластически смята, вот, так сказать, как мы ее видим. Поэтому складки я исключил из этого. Хотя есть всякие сложные эти самые, такие компромиссные формы, типа кикбантов, там, но это уже, так сказать, совершенно частности большие. Ну вот, значит, второй тип, значит, разрывных тектоник, это не кинематическая тектоника, когда мы не видим разрывов. Разрывов не видим. Мы знаем только о наличии размельчения на глубине. Ну и, значит, это размельчение. Иначе я могу. Нет, ну нехорошо. Так, вот здесь. Вот, это разрушение, оно, в общем-то, так сказать, малозаметно, потому что это при проходке горных выработок, при проходке, значит, при всяких, так сказать, горнодобычных работах. Вот, и она называется обычно, так сказать, рубрика диаклазовая. Она идет через запятую во всех курсах и практически, ну, смотрят трещины, отдельности там всякие, трещины, усыхание, ну, их много, но они совершенно никогда геологами, так сказать, не интересовались особенно. Но после того, как были открыты метасоматические процессы, значит, именно так он стал фаворит, что называется, не кинематический тектогенез, потому что оказалось, что эти самые системы, они служат так, вместилищем различных полезных ископаемых, различных минералов, которые образуют рудные тела. Вот. Ну, как образуются вот эти самые... Так как они не имеют геометрического выражения, вот эти образования, значит, вот этой тектоники, то, значит, что же показывать тут нечего. Показывать вывалы из этих каких-то горных выработок, это неинтересно. Показывать трещины какие-то частные, которые где-то наблюдались тоже. Это ретрогенез. Теперь, а как, значит, вот креативность. Все вот эти тела, включая параквазы, это зависит только от диапазона геологических времени, они превращаются в минеральные тела. То есть все они будут заминерализованы обязательно. Все разрывы, все сбросы там и так далее, и так далее. Это, в общем, немножко оспариваемо, но это аксиома, это часто даже, так сказать, это не обсуждается. Вот. И тогда это креативный акт.
То есть мы имеем сочетание, значит, регресса, разрыв, разрушение, все. И имеем, так сказать, явление креативности. То есть возникновение какого-то нового минерального тела. И чаще всего это минеральное тело представляет собой какое-то тело полезного ископаемого, значит, фрагмент его или, так сказать, большой какой-то залеж. Это уже другой вопрос. Значит, ну и что еще можно сказать, вот, чтобы, так сказать, не касаться? Вот эти трещиноватость, вот эта, которая бывает в горных породах диаклазовая, она имеется, часто бывает антропогенной. То есть человек, когда делает какие-то горные выработки, все там, значит, обязательно какое-то получается разгрузка, перераспределение напряжения и так далее, значит, это получается, значит, вот эти такие объемы, где растрескивание. Но бывают и такие злобредные вещи. Вот я поместил это в свой материал, взяв это из соответствующих докладов Академии наук, это Института физики Земли, где предсказывалась катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС. Предсказывалось прямо, четко, откровенно, говорилось, что надо делать. Это было за год. За год. Ну, было верхоглядство, и кончилось, вы знаете, чем. Потому что там было действительно, началась трещиноватость, началось, значит, размягчение началось, потом поплыло, потом, в конце концов, все сорвало давлением там воды, я не знаю, это уже детали, и получились, так сказать, большие трагедии. Ну вот, и таких примеров много, некачественно строимые, то есть построенные дела. Все это относится к ретрогенезу. К ретрогенезу вот именно таких вот каменных кристаллических образований. У нас, видимо, течение то же самое. Да везде, да. Тут масса этого. Это относится именно к ретрогенезу, это относится к тектонике, потому что изучается это методами, в общем, тектоническими. Это очень важно, потому что, ну, инженерная геология, смотрите, в метро, например, обязательно центральная часть перрона выпучивает. Ну что, это горное давление, которое потом вот на Пионерской, предположим, поднимаетесь, гранитные плиты разломаны, которые упираются в стенку. То есть стена садится, а плита, она зафиксирована, она трескается, она разламывается. Ну, кто это? Потом это было тоже так, гениально, тоже Пионерскую покрыли сначала мраморными этими самыми какими-то шашечками. Я говорю, ну что, на чем они думают? Мрамор имеет твердость, ну, ногтя человеческого. Когда туда с этим, с песком, да с солью, ну, естественно, через 2 года все это полетело. Ну, пришлось им перекрывать там каким-то сделанным, но, правда, кристаллической уже породой, там, типа, гранитов. Да, ну, все пришлось переделывать. Ну, вот, ну, так вот, в общем, короче говоря, это тектоника, вот эти образования, они в конце концов закристаллизовываются, образуют, я уже говорил, значит, вот эти тела полезных ископаемых. И вот много очень геологов оно посвятило именно вот, это уже называется ретрогенез метаморфический. То есть те минералы, которые образуются по этой трещиноватости, они образуются в ретрогенных условиях. Что значит ретрогенные условия минералообразования? Это значит, происходит при падении давления и падении температуры. И обычно поступление водных растворов. Таким образом образуются очень многие минералы. Вот в Институте геологии до Кембрии у нас выпущено давно, правда, уже в 1964 году, называется «Металлогения метаморфических поясов до Кембрии». Вот там прекрасно описаны все эти метаморфические явления, описаны они знакомым по фамилии Марины Евгеньевны Салье, Юрием Михайловичем Соколовым, еще многими, так сказать, Михайловым, которые очень много этим занимались для разных видов полезных ископаемых, для разных видов. Они отражены, соответственно, тут в докторских работах вообще. Ну вот, значит, как они выглядят? Так, теперь я буду с техникой разбираться.
Так, по-моему, надо прикасаться, но это изображение. Так, что-то я не туда прикоснулся. Подождите, ага. Нет, не получается. Да нет, я вот тут я ткнул в это самое, а он превратился во что-то другое. Можно, можно, я опять-таки был этим самым невеждой. Ну, спасибо, теперь подождите, я вот так вот делаю, да? А, ну, вот этой, да, последовательно. Так, что-то это все выведено сюда, но я хочу, значит, вот это изображение. Вот. Вот, пожалуйста, вот минерализованная трещиноватость. Это бескорневая. Вот это все участок небольшой, вот это всего 200 метров. Здесь даны пегматитовые жилы черные, более светлые вот эти. Вот это идут дайки гранитов. Вот, пожалуйста, гранит, они, значит, как бы, так сказать, альпийского типа, инситу, бескорневые. Вот это довольно большой такой участок. Одна из жил, вот она. Самые главные, значит, невозможные жилы, пигматитовые, которые, вот, так сказать, принадлежат Северобайкальскому, значит, на горе. Дальше, еще одна такая же, это тоже картировано, тоже, видите, 200 метров, это фрагменты, в общем-то, рудного поля. Но вот эти тела, они очень важны, потому что во многих содержатся, вот это вот очень крупное жило, 32-я, 32-я это колотовки, долгое время она функционировала, здесь вот карьера, потом она подземным образом зарабатывала. Вот здесь вот, значит, 35-я, ну и так далее, и так далее. Вот такой, такая картина. Еще сейчас я, значит, так, вот это уже месторождение Карнап. Карнап, это Узбекистан. В гранитном массиве, это уже палеозойское, точно я говорил, за Докембрийское, палеозойское. Тут мы видим вот эти вот карьеры пройденные, значит, по рудным телам, они разобщены, одни-то там добывался кассетерит, половорудное сырье. Кстати, чтобы не возвращаться и чтобы не забыть, я скажу, что это древнейшее из месторождений, которое разрабатывалось человеком. Поздно вечером, когда садится солнце, можно видеть старые карьеры, то есть очертания старых выработок. И там вот геолог из Сиди, Ильин, я запамятовал как его имя отчество, он, значит, нашел каменный топор, это в 88 году, с проушиной, все нормально, значит, он там есть. И в этих местах, в этих, видимо, совершенно, так сказать, подсознательно получался, вот сплав, тут, вероятно, какой-то песка, вот этого кварца с рудой, этой самой, с оловорудной. Вот посмотрите, я поищу, поведем. Это вот случайная часть из костра, из древнего, который люди, может быть, еще тогда не знали, что можно получить олово. Но в конце концов, разводя костры в этом месте, они получали олово. Ну, это уже, так сказать, интересная такая вот вещь. Ей, наверное, тысяч... 5 или 4. Тяжело. Да, потому что это было еще ранние шаги человечества на бронзовый, еще бронзовый век, возможно, не было. Ну там бронза, почему там, там имеется медь, поэтому там это самое легко бронза получалась. Так, вот теперь дальше. Характерными, так сказать, чертами строения является, ну вот, я подтвержу, это вот, я, не, так сказать, то, что вот мы картировали, то, что я приводил, это было сделано относительно недавно, ну как недавно, но 50 лет, 50-40 лет назад, а это вот 65-го года модели, которая демонстрировалась Никитиным, такой был очень известный геолог, пигматитчик, вот на международном конгрессе 64-го года, 64-й год был в Дели конгресс. Вот это такие модели,
модели получались изолированных в гранитах тел, содержащих мускалит. Это пегматитовые тела. В разных геологических условиях получались разные конфигурации, значит, тела. Теперь дальше. Внутри этих тел наблюдается иерархичность. Вот это все модели натуральных жил. Натуральных. То есть это все не какой-то, так сказать, картинка какая-то занятная. Это все каждое, вот пятое, четвертое, третье, это имеет, так сказать, эквивалент пегматитовой жилы. То есть жила состоит из фрагментов, разноориентированных или одинаково ориентированных. Это говорит о разных полях напряжения, которые действовали в тот или иной, как сказать, момент геологического времени, и вот давали такую картину. Вот, кстати, 32-я жила, которая там была, вот ее модель, вот это самое. Это чудоносные тела, это общий контур. Вот, вот так вот, значит, с этим выглядит. Это тела. Теперь дальше. Эти тела группируются в полосы, в структуры. С этими структурами, вот тут было очень большое, так сказать, они считались глубинными разломами, которые шли, и вот они, значит, все это. На самом деле, если ширина полосы 200 километров, то глубинным разломом это быть не может. Потому что глубинный разлом, если мы поставим это на голову, он у нас уйдет на 3/4 в мантию. Толщина земной коры порядка нескольких, ну, 50 там, или 40 километров. Всего-навсего до мантии, так сказать, вот где мы находимся. А, значит, это не может быть, это просто полоса. Она была предложена называть латентными структурами. Вот эти, так сказать, модели этих латентных структур, ну ладно, я не буду, так сказать, занимать, это все определенные, тоже определенные. Вот это вот полоса имеет 10 километров, то есть не 10, 3 километра. Вот жила отдельно, они на месячных нормалях. Вот, тоже принципы дистанции и определенные ориентировки сохраняют. Дальше. Вот это. Здесь вот это 10 километров. Вот этот отрезок, он почему-то не получился. Видите, вот это жилы, они по крупности. По крупности. Значит, это добытый мускулит и подсчитанный еще, который не добыт. Видите, это ложатся в полосу, это шульянкинская так называемая структура, вот такая меридиональная. Меридиональное направление очень часто наблюдается. Это вид сверху, да? А? Вид сверху. Это карта. Это карта геологическая. Естественно, это карта, вот это название подразделения. Но это я не беру, потому что это уже геология, область такая, зачем мне это? Я говорю просто про то, что вот как они ложатся в эту полосу. Кстати, здесь вот таких аккуратных тел, которые до этого показывались, нет. Здесь это все зажато среди, значит, мезоморфических толщ, поэтому она, значит, вот искажена, конечно, контактами разными тут может быть. Но все равно вот они... Таким образом, закономерность такая, что слюда концентрируется вот в такую полосу. Пегматиты тоже. Ну, правда, имеются бесслюдные пегматиты, но это уже другой разговор. Так, еще больше вот это самое. Это знакомая карта, вероятно, многим. Многим карта. Это карта, которую составил Гродинский. Лев Львович, значит, это самая карта, которая... Это самая вся на Скандии. Вот, пожалуйста, это... И подобную, скажу, тут в Сиди есть кто-нибудь, было Савицким составлено, в Сиди там Царство Небесное, очень похожее тоже. Вот это все месторождения, тут всякого рода месторождения. Здесь и сульфидные месторождения, и железородные, и редкометальные, пигматиты вон на Кольском полуострове, так что вот такая вот история. Так. Это что? Недоступно. Ой-ой-ой-ой. А, ну ладно. Это я быстро пройду. Ну вот эта ритмичность, о которой я говорил, которая свойственна именно телам кристаллическим, телам, которые находятся в, так сказать, внутри, она свойственна и экзогенным формам. Вот, пожалуйста, эти отроги хребтов, они идут через определенный интервал. Это я тут очень такие некрасивые, может быть, изображения. Это я снимал из этого самого. Google Map, ну, из, значит, интернета. Ну, вот облака, тоже, вот видите, они идут через определенный интервал. Вот идут облака. Пожалуйста, такие же, вот видите,
полосы, и между ними тоже вот эти самые кучки облаков. О чем это говорит? О том, что, видимо, происходит конденсация, естественно. Пара до выделения уже, так сказать, в виде капель воды, конденсации. Ну, и какие-то, значит, вот причины вызывают вот такое струйное их расположение. Может быть, ветровое движение, может быть, какие-то другие. В одном месте я это видел, что это самое, сочетается с разломами. С разломом над разломами точно вот такая вот. Ну, это усиление атмосферного. И вы знаете, я фиксирую это, потому что объяснять это значит уже тогда, знаете, это совсем другого. Я тут просто, значит, наблюдаю. Вот это другая немножко вещь. Это вот Архангельск, да. Ну, тут то же самое. Вот, видите, вот эти вот они идут. Это причем по всему земному шару. А? История длины? Да. Это наша там. Причем можете это смотреть в Австралии, то же самое будет во всех абсолютно, так сказать, местах земного шара, то же самое. Если это не вихревые. Не вихревые или не какие-нибудь эти самые тайфуны. А вот это другое. Тоже идет через определенный интервал, хотя тут все завуалировано. Что это такое? Это Аласные озера. Аласные озера вблизи дельты реки Меконга. На севере Аляс. Канады. Да. Не Меконг. Меконг, это Камбоджа. Нет, подождите. Таиланд. Нет, да я знаю, это самая большая река-то. Одна идет, это самая. Юкон. Юкон это в Америке, а это в Мьянма. Нет. Бирма. Это не важно. В конце концов, это самая крупная канадская река, которая идет. Значит, Онтарио. Вот, пожалуйста, это озера. Онтарио. А они какое отношение имеют к этому? Вот они тоже имеют какую-то тенденцию. Можно посчитать, можно вывести график, они явно ритмичны. А эти озера совершенно иного, так сказать, сорта. Это Аласные озера, так называемые. Я сейчас объясню. Аласные озера вызывают, образуются при протаивании вечной мерзлоты. На Чукотке такая. Да. Такая же точно, громадная территория, это в Нижней Колымской низменности, это к северу от Зырянки. Вот. Тоже эти озера, их масса по северным. Ну вот. Значит, с ритмикой. Ну и так и в Средней Азии тоже похоже. Да везде, да. Это закономерность так. Вот. Ну, ритмичность, это взято из книги Шифрановского Илларионовича, видите, идут сижилы, идут через равный интервал, и тоже они бескорневые, это книжка «Симметрия в природе», это его и Плотникова, который сейчас, по-моему, в Германии. А это я снимал в этом самом, это на Аляске. Снимал, значит, недалеко там колледжа, тоже такие же жилы бескорневые, через равный интервал идут, через равный интервал специально вот на машину, там, значит, вот. Ну и таких примеров можно приводить очень много. То есть ритмичность для неклиматической тектоники – это важнейшее вот такое вот ее свойство. Вот климатическая тектоника тем обладает в меньшей степени. Так, теперь дальше. Четвертый пункт. Я немножко это самое, но тут уже, короче, не расскажешь. Вот, теперь это, значит, строение, ретрогенные процессы в живом веществе. Но прежде чем говорить о живом, сначала кристаллическое вещество. Вот кристаллическое вещество, оно, в общем-то, очень бедно по своим конструкциям. Все. Вот то, что тут изображено практически, это вот силикаты, все это 95% всех наших вот этих минералов, они имеют в основе вот такую структуру. Здесь островные силикаты, слоевые силикаты, значит, цепочечные, ленточные, каркасные. Все, вот эти все тензании, которые обычно имеются. Значит, поэтому очень биогенные, вот. Это простенького белка структура. Простенького.
пожалуйста, что тут, так сказать, творится. Вот такая, такая-то самая. Но говорить про камни, про, значит, что это, я вот тут Вернадского немножко, все тут, так сказать, как-то было принято немножко кого-то критиковать, но немножко я не согласен терминологически. Он называл неживую природу костной материей. Костная материя у него через слово повторяется. Что значит слово «костная»? Это лишенное развитие, это совершенно, так сказать, агрессивно отсталая, она никуда не движется, ничего, вот как ее, так сказать, создал, это совершенно неверно. Почему? Потому что камни, минералы, они рождаются, они развиваются, они живут, и они, в конце концов, так сказать, это у них все это получается. Вот это было разобрано, вот, значит, покойным Григорием Дмитрием Павловичем, книга «Онтогения минералов». Это великолепная книга, уникальная совершенно. Вот. Но а на филогенез уже не хватило, не стал писать. Почему? Потому что филогенез, он, так сказать, соприкасается уже просто с петрологией, с петрографией, потому что это, значит, уже будет все относиться не к минералогии, а уже к петрологии, то есть наука о горных породах. Ну вот, значит, ну и что дальше? Вот, значит, живая материя, вот ДНК, ДНК это, ну, наверное, это формула. Видите, я даже где-то видел, по-моему, показывал передо мной ДНК, но немножко другая, горизонтальная была спираль, это две РНК, которые связаны между собой, вот, значит, нуклеотидами. Вот все это, то есть это сложнейшие вещи. Так вот, почему же в природе, почему в природе углерод и водород дал такое обилие, это самое, а кремний, хотя он находится в том, в тех же условиях, в той же группе, все, разница по удельному весу и по внешней там этой самой оболочке. Там он дал очень такую скромную вещь. Причем эта скромность, она сохраняется и в космосе. На Луне те же самые минералы. Ну, там есть и какие-то там окислы другие, там немножко, вот. В метеоритах то же самое. Нигде ничего больше, так сказать, не изобретено природой. Ну вот, а с живой это тут по-другому немножко. Ну вот. Так, ну это что-то у меня опять пошло. Так. Ну, странно. А. Так. Ладно, я пока буду говорить, значит. Ну вот, живой организм. Живой организм. Вот я тут спрашивал тоже, вот поля, которые всякие, телеполя, всякие поля, которые связаны с передачей каких-то импульсов на расстоянии. Вот, простая очень вещь, гомеостаз. Гомеостаз, что такое гомеостаз? Гомеостаз – это определенное состояние живой материи, когда происходит обмен сложнейшими разными полями, которые заставляют клетку, или же это есть это прокариоты, или эукариоты, это какой-то большой организм, жить. То есть это жизнь. Значит, сложность вот этих взаимоотношений, она никем не разгадана. Попытки создать живой организм, пускай даже простейшую клетку, когда-то очень давно, по-моему, полстолетия назад, Лепешинская там говорила, что открыл. На самом деле ничего подобного. И парень тоже ничего не делал, кроме консерватов, у него ничего не получилось. Ну вот. Так вот, получилось, что вот никак из ухи не удалось сделать аквариум. Никому. Ну, все еще впереди. А вот я не знаю. Вот здесь вот как раз камень преткновения. Вот как изухи. Все известно. Все известные белки, все известные все эти составляющие. Все, пожалуйста, вот они. А вот не получилось. Вирусы вроде. А вирусы это часть, это только штамп, это только кусочек какой-то. Он даже не живой, он когда попадает на живой, он начинает пакостить. Ну или там какое-то самое. Это не совсем. Нет, ну вирусы, может быть, они когда-то и могут быть получены, но это не. Ну, это не живое. Точно так же, как сейчас сделаны всякие, значит, вот опыты по клонированию, про все. Но это уже подсадка к живому к чему-то. А вот так вот, чтобы с нуля, чтобы все это сделать, это нет.
Ну, во всяком случае, вот это такой вот штрих, который очень важный. Ну вот, теперь дальше. В чем заключается ретрогенез вообще биосферы? Ретрогенез основной. Ну, есть автотрофное животное, есть гетеротрофное. Это наверное, всем. Автотрофные, они, им не нужен ничего живого. Они делают из кислорода, из воды, из углекислого газа, и там еще из чего-то. Они делают себе ткани и живут. Иногда они, значит, азот им тоже нужен, это сложная вещь, они, или даже некоторые ловят мух, из них берут, значит, хитин или клубеньковые вот эти вот бактерии. То есть азот нужен, потому что без азота растительного белка не получить, и там другие есть, кстати, вещи. И потом хлорофилла в порфириновом кольце-то там 4 азота, они смотрят на магний посередине. Ну вот, и, значит... Вот как тут быть? Значит, все гетеротрофные животные, они должны есть друг друга. Они обязательно питаются, кроме капрофагов, сапрофагов, плодоядных, ну еще каких-нибудь паразитов. Можно их туда же отнести, ничего страшного. Ну вот, и поэтому жизнь для одних означает конец жизни для других. То есть трагедия, она... Реально ретрогенная вещь, если тебя съедят, там, это уже большего ретрогенеза не придумать. Поэтому вот, мне кажется, очень близко к этому подошел, я уж извините, это немножко делал отступление, Заболоцкий, Николай Заболоцкий в поэме «Ладейников», ну, маленькая поэма или стихотворение, значит, есть такие строки. «Ладейником прислушался над садом, шел тихий шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела творила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица. Хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица живых существ смотрели из травы». Ну, лучше не скажешь, то есть это самое. Он говорит, как нужно было дойти до такого. И он дальше эту тему разрабатывал, и его это беспокоило до конца. Собственно говоря, не только его. Что вот так вот получается. Но в данном случае получается баланс. Все равно. Живое, неживое умирает. То есть живое умирает, а за счет этого живет другое. То есть если представить... Эх, никак у меня не... техникой с этой. Ага. Так, вот. Вот, пожалуйста, вот эта ткань живая. Живая ткань. Каждая точка – это живой организм. Живой организм. Это мужской организм, это женский организм. Вот, они дают, то есть нет по-женски, они дают потомство. Вот такое, так идет это, так сказать. Сколько их сейчас? Сколько миллиардов, это неизвестно, это же если бактерии тут брать, и всяких там насекомых, и теплокровных, это совершенно. Ну а так идет сейчас такой фон жизни, биосфера, вот так вот, она сейчас существует. Ну вот это вот у меня для этих самых, для однополых, в том смысле, которые не половым образом размножаются, и сейчас, минуточку, так. А, и вот, пожалуйста, гранит, кварц, сердоглаз, роговая манка. Ну, он все время живет. Он живет непрерывно, пока не разрушится. То есть, пожалуйста, все тоже его жизнь. Вот в этом разница. Кроме того, у всех неживых кристаллических пород, у всех у них, в отличие от живой материи, материи континуально, то есть все семейства континуальные, они не имеют зазоров. Они друг с другом соприкасаются. А все живые организмы, будь то растения, будь то, они обязательно почти всегда разобщены. Большими или меньшими интервалами. Это тоже очень важно. Так. Ну, а... Так, ну вот человек, значит, к человеку подходить очень сложно и очень опасно. Потому что тут
сразу получается много всякого непонятного. Ну, что человека, так сказать, отличает? Прежде всего, наличие техносферы. Техносферы, которая очень сильно, так сказать, влияет на все процессы на Земле происходящие, на, и вызывает, значит, регрессивные в основном процессы. Так сказать, вот пошло. С каких пор это пошло? Прежде всего, говорить, вот имеется такой термин антропогеновый период. Наверное, все знают. Антропогеновый период, это все знают, третичный, значит, идет неоген, палеоген, неоген и дальше антропогеновый. Я считаю, антропоген, что дает название геологическое какое-то подразделение? То, прежде всего, чем оно отличается от других. А чем антропоген отличается от того же самого неогена, там это самое, если те же самые породы. Все то же самое. Но что появился человек, так он никак себя не зафиксировал. Абсолютно. Ничего нет. Пока что он тоже ловит мышей, там его кушают всякие тигры, ну, это нет. Ну что же, как же, так сказать, где же начинается это? Это начинается, видимо, тоже 1005 лет назад, когда кончается, значит, мезолит, начинается неолит, и потом начинается уже вот развитие бронзового века, железного, и уже пошла цивилизация. Ну тогда уже вещь серьезная очень. Тогда пошло такой прессинг на литосферу и на биосферу, который уже сейчас можно посмотреть тоже, так сказать, на интернет и посмотреть, что там получается. Там жуткие вещи, там оспины этих самых карьеров, там закрыто все какими-то этими самыми бетонами. То есть всякие эти, ну как это называется, наводнение — это ясная вещь. Нет демпфера, который поглощает воду, которая раньше работала. Сейчас этого нет, поэтому все это льется все через этот самый, через край. Ну и, короче говоря, здесь получается следующая картина. Идет очень энергичное сейчас развитие науки, то есть всего, так сказать, имеется и в части электроника, все. То есть это явно идет прогресс. Прогресс, который никто оспаривать не будет. Прогресс. Но этот же прогресс одновременно рождает такой регресс, который уже все говорят совершенно вплотную, что он уже, так сказать, человечество на грани исчезновения. Ну хорошо, не надо во всякие там эти самые вдаваться, там какие-то отравляющие вещества, обычная вещь. 149 миллионов километров суши на Земле. Примерно 1/4 этого можно использовать. Можно при условии очень это самое. Вот культуры, которые дали бы пищу человеку. И то это, так сказать, будет. Но ведь сейчас уже народу столько, что ведь 2/3 голодает. Африка-то, она же голодная вся. Точно так же, есть там Китай, отрегулировал. Но дальше-то эта регулировка не идет. И дальше это вряд ли пойдет, и поэтому вот чисто я уже, так сказать, на теории Мальтуса, уж извините, такой был, всегда проклинали его Мальтуса, с ним спорить невозможно. То есть, возможно. Ну хорошо, я согласен. Теперь дальше имеется, так сказать, гипотеза, что можно выращивать всякие там фрукты и овощи, все в космосе. По-моему, это глупость. Точно так же, как человеку переселяться в космос и там жить, ну, позвольте, ну, а как мы будем, так сказать, соприкасаться с женщинами? В скафандрах, что ли, или как это? Или безвоздушно? Ну, Циолковский. Да? Ну, Циолковский, он сказал, да не только Циолковский, это все говорят, что вот поедем, полетим туда и там, значит, будет не жизнь, а малина. Ну, что за глупость так? Извините. Абсолютная глупость. Только на Земле может быть жизнь. И только при тех условиях, когда будет жесткий лимит, и лимит может быть не такой, который вот был при, ну не Сталине, я не знаю, вот лимит рационирования должно быть в конце существования человека, пока это самое, очень жесткое, и больше ничего нет. То есть опять-таки получается, видите, ветвь развития идет туда, ты Homo sapiens превращается в Homo insanus. Insanus, то есть он
Это же гибель. Чем он больше развивается, тем ближе он себе готовит яму. Понимаете? Ну вот это вот, к сожалению, а как это замедлить? Как замедлить? Согласен, белки получены синтетически. За это, значит, Скрябин получил Ленинскую премию в 1971 году. Эти белки он сделал из нефти. Ну и на этом дело кончилось. Он использовал связанное в ограниченном только как прикорм скоту. Прикорм, не корм. Ну, дальше дело не пошло. Я, во всяком случае, информацию, я просматриваю все эти журналы, не имею, так что вот получен белок, тот, который, вот, пожалуйста, кушайте на здоровье, так сказать. Пока что этого нет. Ну вот я на этом веселой, на этой ноте хочу закончить, потому что, так сказать, с человечеством у меня, к сожалению, ничего не получилось. Вот такого, чтобы можно было сказать. Может быть, я, дай бог, я бы был, перекрестился, если бы я ошибался. Но дело идет в этом направлении. Ой, так, вопросы, пожалуйста. Можно? Значит, товарищи дорогие, военно-промышленный комплекс наш имел около 800 прогрессивнейших технологий. Они все загублены. Регресс. Это не регресс. Это временное отступление в социальном развитии. Мальтус объявил в 1787 году, когда на Земле было менее 1 миллиарда, а именно 800 миллионов, сказал, что Земля всех прокормить не может. А Тимирязев в 1918 году сказал, что если людям не хватит места на суше, они будут учиться на плотах. На морских просторах, то и тогда Земля прокормит всех. Я понял это дело. И поэтому вопрос совсем не в том, что принципиально мы не можем это сделать, а мы не можем это сделать в этой капиталистической обстановке. Вот и весь фокус. Значит, капитализм стал опасен для всего человечества. И это надо четко понимать, что у нас сделали с Россией, а что делается во всем мире. Понимаете историю? Что, не могут накормить африканцев, что ли? Могут. Но не будут. Понимаете? Потому что надо у них все взять и им ничего не дать. Вот и весь секрет. Поэтому лежит не в плоскости производительных сил, а в плоскости производственных отношений. Вот и весь вам ответ. Потому Спасибо. Что рационально можно накормить всех. Не надо передать, конечно. Так вот, к сожалению, спасибо, это уже дискуссия. 12 миллиардов, так это не накормишь. Это ремарка. Это ремарка, но большая. Да, ну хорошо. Ну так вот я, вот это нематериальный ретрогенез, я его касался в прошлых выступлениях и вообще много. Но здесь я, в общем, вот он может быть вот на несколько делиться и биогенный, и социальный, и но это, значит, всякие животные позывы, что ли, человека, социально-этнические, сенсуально-медиционные и наведенные. Вот наведенные сейчас самые ужасные, то есть сейчас подсознательно разрушают внимание у человека, приводят его к мысли, там какие-то ужасы описали, хорошо. Но как наказаны те, которые это сделали? Никак. И это упиваются там, значит, это... Вопросы еще есть? Ну, вот. Ремарку можно маленькую? Думаю, коротко такое. Очень короткая. Между живым и неживым лежит пропасть. На этой пропасти не видно. А может быть, его нет вообще. Это слова одного нашего коллеги Шлёна. По клиническому обществу. Мне очень понравилось. Ну, я не согласен. По крайней мере, пока эти не накрыты. Еще вопрос. Маленький вопрос. Вот, значит, вы сказали, что костная материя лишена развития. Ну там, наверное, не развитие, а речь идет... Что? Космос. Костная материя. Да. Костная материя якобы лишена развития. То есть, ну правильно. Нет, она. Да, наверное, нет. Термин этот нехороший. Нехороший термин, неудачный. Неудачный, и все. Там развития нет, там есть разрушение, там. То есть, там же эволюции нет. Спасибо. Да. Все, спасибо. Против Вернадского не добиться. Ну да. Там упомянули Байкал, просто вопрос жизненно важный. Я недавно там
И вот здесь восточный берег, Байкал, Джабурец, там, если правый берег это скала, то есть западный берег скальный, 200 метров со скалы, а вот восточный берег, он очень пологий, песчаный, и вот там каждый год какая-нибудь деревня проваливается. То есть вот северный пролом, можно даже смотреть на карте, северный провал, южный провал, за восточный провал. Знаете, что это такое? Я могу... что, он собирается очень сильно расширять? Там, нет. Вы знаете, я сейчас объясню, можно объяснить? Значит, что из себя представляет Байкал? Две большие теории. С одной стороны, это грабен, то есть это опускание капитальное. С другой стороны, это сдвиговая какая-то структура, которая разошлась, и которая вот, как же, Городницкий уже говорит, тут будет океан скоро. Ну, я не знаю. Профессор он, но я... Знаете что, я... Да. Будет океан. Ну вот. Ну, вы знаете что? Минуточку, я сейчас скажу. Значит, вот Институт физики Земли, который в Иркутске, он на Байкале сидит. У Шермана защищена диссертация докторская по Байкалу. Все это я знаю. Это действительно имеются ступеньки. Грабен сложный. Они перемещаются туда и сюда. Это естественно для грабеновых структур. Почему они поднимаются, это никто не скажет. Да. Все, давайте остальное в кулуарах. Да, уже было время.